да? То же самое, можно его там улучшать, да? Ну ладно, если все записываешь, давайте запишем сначала основное, то, что мы прошли, да? Помним о том, что важным моментом является вот этот шаг. Он помогает нам возвращаться, да? Теперь само движение. Коньер, прогулка в привычном направлении. Короче, комментарий. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, подбивка. 1, 2, 3, бедром возвращаю. Подбивка. 1, 2, 3, 5, 6, подбивка. Разверну, полез. 5, 6, подбивка. Да, соответственно, все варианты упрощения этого движения. Ну, сюда ножку подвигаю, да, чуть-чуть. Посмотрите, 5, 6, подбивка. Раз, два, три, сюда, да, подвинули. Потом иногда можно, действительно, там, партнеров, ну, другую соседнюю пару. Следующая вариация этого движения, это тоже каменьяда, прогулочка, но в обратную сторону. Это будет уже домашнее задание. Да, посмотрите. Раз, два, три, пять, шесть, подвинка, но веду сюда. Раз, два, три, пять, шесть, подвинка. Это абсолютно то же самое по структуре, по шагам движения, но мы начинаем вести девушку сюда. Можно к нам показать? Да. Раз, два, три, пять, шесть, подбивка. Раз, два, три, и пять, шесть, подбивка. То же самое контроль с бедрами. Раз, два, три, пять, шесть, подбивка. Раз, два, три, и пять, шесть, подбивка. Да? Каменьяда в одну сторону, в другую сторону. Их прикольно совмещать. То есть, там всегда хочется же побольше, там. Вроде как бы одно и то же сделали, но в две стороны уже по-другому смотрится. Высота больше. Да, и вот этот, да, нюанс про изменение веса. Сейчас вы увидите, как мы сами его используем, да, под более быструю музыку.